ровно 85 лет назад в этот день родился народный поэт чуваши Геннадий Айги. Его стихи переведены на 50 языков мира. Поклонники его творчества живут по всему земному шару и называют себя айгистами. В юбилейный год в Чувашском государственном художественном музее открылась выставка живописи «Поклон пению». Необычная выставка, где на холсте вместо пейзажей и портретов стихи Геннадия Айги. Это возможность по-новому взглянуть на творчество поэта, когда текст дополняется живописным пространством. Художник Николай Дронников, один из самых близких друзей Айги, написал картины в конце 80-х, начале 90-х годов и подарил коллекцию музею. И вот эти работы, как мне кажется, они очень удачно подчеркивают вот это стремление Айги к авангардному эксперименту со словом. Здесь мы имеем дело не просто, наверное, с визуальной поэзией. Мне бы не хотелось использовать именно этот термин, хотя он более остальных напрашивается. Потому что, в общем-то, мы здесь как раз-таки сталкиваемся с попыткой выяснить очень важные вопросы о том, как взаимодействует поэтический текст и визуальное пространство. Это сотворчество поэта Геннадия Николаевича Айги и художника Николая Егоровича Дроникова. Оно привело к каким-то поразительным результатам, потому что текст, он не оказывается поглощенным живописным полотном. Выставка «Поклон пению» – первый этап в реализации музейного проекта, который в ноябре продолжит экспозиция «Границы образа поэта и художники круга Айги». Она будет организована при грантовой поддержке Российского фонда культуры.